Первая российская кругосветная экспедиция на вертолетах закончилась под Москвой во Внуково. Две машины Robinson R66 пролетели 39 тысяч километров. Такого на таких машинах не делал еще никто. Путешествие россияне начали 2 августа. Побывали в самой южной, северной, западной точках Европы. Пролетели Атлантику, Канаду, США, всю Россию от Анадыря до Москвы. Готовились долго. Были небольшие путешествия, которые потом объединили в маршрут. С техникой проблем не было, они возникли с чиновниками американскими. Получить разрешение на пролет Аляски удалось в последний момент. А вот коллеги-авиаторы встречали их повсюду с радостью и российскими флагами.